жилых домах Самары продолжают обрабатывать подъезды. Специалисты ежедневно дезинфицируют все контактные поверхности в многоквартирных домах. Кнопки лифтов и домофонов, дверные ручки, пандусы, перила, мусоропроводы и почтовые ящики. Например, управляющая компания, которая обслуживает дома в Кировском районе, обрабатывает более 1000 подъездов в день. Процесс контролируют сотрудники районной администрации. Администрация осуществляет контроль за проведением работ по дезинфекции. Также руководители управляющих организаций ежедневно скидывают отчеты по дезинфекции. Договора заключены с 3 клининговыми организациями, которые осуществляют не только уборку, но и санитарную обработку подъездов. За выполняемыми работами мы ежедневно прослеживаем выполнение этих работ. Специалисты используют в работе раствор, который содержит хлорамин Б. Этот состав полностью безопасен для здоровья людей и животных, но мгновенно убивает любой вирус. К тому же хлоросодержащее дезинфицирующее средство гораздо дешевле спиртовых аналогов. По словам местных жителей, дезинфекторы работают усердно и качественно. Жители, конечно, видят, потому что это специальные рабочие в униформе, с баллонами обрабатывают. Поэтому, в принципе, я думаю, что многие это видят, замечают, естественно. До наступления холодов сотрудники клининговых компаний обрабатывают детские и спортивные площадки. Качели, турники, лавочки и горки. Дезинфицировать подъезды во всех районах Самары будут до полного снятия ограничений, связанных с распространением COVID-19. Сейчас работа в этом направлении продолжается. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.